Друзья, всем снова привет. Я очень рад, что вы прислушиваетесь к моим словам, слушаете, что я говорю. И мне кто-то оставил комментарий, говоря то, что она знает, что я люблю вот эти riffs, runs. Короче, всякие техники в пении. Певческие техники, так скажем. Мне кто-то отправил видео, называется Amazing Riffs, Runs, Takaro Dimash. И, скорее всего, это подборка разных этих его выступлений. So, guys, I'm very thankful that you hear me, you listen well to what I say. And someone sent me this link, Amazing Riffs and Runs, Takaro Dimash. So it's going to be like a lot of videos cut together and put together. So I'm going to watch it. And so something tells me that I'm going to like it. So, without further ado, let's go. All by myself. I love when he, at the end, he, so there, here's a note, at the end he does this, his note bends up, like this. Let's say it is a screaming at the end. Я говорю, мне нравится то, что, вот когда он что бы он ни делал, это звучит красиво, но в конце его нота идет вот так вверх, вот так, и... Мне это очень нравится. Может, это тоже какая-то техника, не знаю. A lot of echo. I remember this one. Я помню. Я не постесняюсь сказать, что все песни, которые у меня есть, я знаю, в какой момент он пойдет вверх, в какой момент он пойдет вниз, в какой момент что он будет использовать. То есть теоретически я знаю практически все, что он делает своим голосом, но я это повторить не могу. So all songs that I have in, on my playlist, so I know when and what he's gonna do. Something with his voice, I know. So theoretically, I know what he does, how he does it, but in practice, I cannot do it. That sometimes makes me sad, but he is one in a billion, right? So seamless transitions. Oh, it was a long. Длинная карусель. Гудон. You started with this note, right? So many people. Oh.
Goosebumps all over my body. Breath control. Buena. Twelve 13 seconds. His voice is extreme. Like for us it's extreme, but for him, ha, high note C6. Let me do it. Я говорю, для нас то, что он делает, это экстремально. Для нас это невозможно. Для простолюдинов. Но для него... Как там, я фразу забыл. Коротко говоря, ему это очень легко дается. Little bird. Птички даже ему позавидуют. I know birds envy him. My... He's got 3 lungs. Oh, I remember this one, the first one. Not the second, because the first one was opera, too. I don't know whether a lot of people noticed this run up there. This video are switching fast. Oh, I remember this one. So from the movie Fifth Element, this кино Пятый элемент. Поставил концерт. Американские горки. Туда-сюда, туда-сюда. И это все красиво. So they're all of anymore. All by myself music. Why he shaking his head like this? Veins. Ooh.
can you imagine how hard it is to do staccato itself, and how hard it is to do for a man? So hard. Ладно, если это делала бы девушка, да? Как там ее Со Хенг звали? Если бы это она делала бы, ну, девушки, да, они, у них так-так, как бы, певческий диапазон всегда выше, чем у мужчин. Но это стаккато, но это высоко, но это... So I got you. He was like catching up with the piano. Yeah, catching up with the piano. Screaming. I heard a lot of air coming out from the... They're here. So normally when people switch registers, they take a breath. He doesn't need it. Үлкен рахмет. So, люди, обычные люди, когда делают, ну, блин, обычные люди не могут делать стаккато. Когда люди меняют регистр, там, из грудного в головной, допустим, они должны... Обычные люди берут вздох, чтобы переключиться, да. А ему воздух не нужен. У него там третий легкий есть. Хоп, и пере... Так, может ли мне кто-нибудь, пожалуйста, отправить видео, которое я видел в Лондоне перед песней «Поздняя осень» «Late Autumn». И, пожалуйста, поставьте на этот комментарий много лайков, чтобы я увидел, чтобы я себе скачал, чтобы я это послушал. Потому что все версии вот этих перед песней «Late Autumn» они мне не нравятся. Музыка, пианино, которое играет на фоне, те чувства, с которым он поет эти ноты, выдает, вкладывается в это, мне это нравится. И мне дает какую-то энергию вот это вот все. So, could anyone please send me links of videos where he does riffs and runs with before singing Late Autumn? So I saw one in London concert. I told you that. Please send me and give a like so I could see where it is. Although I read every comment, I'll find it. Anyways, thank you for watching. Thank you for being with me. You know what to do. Give a like. Please subscribe. There are a lot of you that are not subscribed. Please do it. It's not that hard, right? And support me on Patreon, please. Thanks for watching. Goodbye. Друзья, я знаю, что вас там очень много, кто смотрит меня. Ну, 5000, 6000, это для меня очень много. Пожалуйста, подпишитесь. Это несложно взять и подписаться. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И если вам не сложно, Яндекс кошелек. Спасибо за просмотр. Всем пока.